В регионе продолжается реализация проектов по созданию и развитию промышленных технопарков. Речь идет о технопарке Саров, расположенном в Дивеевском районе, и технопарке машиностроения в Иксе. Здесь резиденты на льготных условиях получают доступ к готовым производственным площадям, обеспеченным современным оборудованием и необходимой инженерной инфраструктурой. Кроме этого, участники проекта проходят специальное обучение, которое помогает их бизнесу стать более устойчивым. Прежде всего, это касается начинающих предпринимателей. К 2024 году на площадке промышленных технопарков планируется привлечь около 50 компаний-резидентов.